Бюджет пополнят из трех источников – налог с физических лиц, налог на землю, недвижимость. Также к реализации программ будут привлекать инвесторов. Депутаты говорят, каждый пункт должен быть реализован в полном объеме. Все те пункты, которые являются составляющей частью бюджета, они очень важны для города. И нельзя разделить, здесь более важно, здесь менее важно. Поэтому все пункты, конечно же, важны. Больше всего денег планируют потратить на образование – более 800 миллионов гривен. На охрану здоровья выделят 570 миллионов. На благоустройство города отдадут 200 миллионов. Для меня, как хозяйственника, наиболее важно – это хозяйственные пункты для бюджета, чтобы все коммунальные предприятия работали, получали вовремя денежку, дотацию, разницу в тарифах и так далее. Сейчас в бюджете из 2 миллиардов, необходимых для реализации всех программ, есть 157 миллионов гривен. Мэр шахтерской столицы Александр Лукьянченко 2013 год назвал финансово напряженным. В этом году он будет пока что в первоначальная цифра, которая сегодня есть, без остатков, без ничего. Мы принимаем бюджет, не имея финансовых остатков на 1.1.2013 года. Поэтому он сейчас запланирован и выделен в объеме 157 миллионов. Программы социальной защиты населения, подготовку к спортивным мероприятиям и ремонт улиц и домов Донецка возьмет на себя государство. На эти проекты Киев выделит более миллиарда гривен. Злата Байрачная, Василий Дмитриев, «Панорама».